Hello everybody! Welcome to the world of the Russian language. The course is for beginners. During the first lesson, we will learn the Russian alphabet and remember how to pronounce the letters. There are 33 letters in the alphabet. Let's learn how to pronounce them. The first letter A. Арбуз. Абрикос. Ананас. Б. Бабочка. Бублик. Бидон. В. Время. Волосы. Весна. Г. Гвоздь. Гнездо. Гиря. Д. Дети. Дерево. Дом. Е. Еда. Ель. Европа. Ё. Ёж. Ёлка. Ёршик. Ж. Жираф. Железо. Жаба. З. З. Заяц. Забор. Зебра. И. Идиома. Игла. Идея. И краткая. The sound is Y. Y. Йогурт. Йогурт. Йоркшир. Йод. К. К. Кофе. Карусель. Кот. Л. Л. Лошадь. Лес. Любовь. М. М. Мать. Матрёшка. Мальчик. Н. Н. Небо. Нет. Ночь. О. Очки. Огонь. Окно. П. П. Портфель. Печенье. Планшет. Р. Р. Рука. Рожки. Роза. С. С. Солнце. Собака. Стакан. Т. Т. Тротуар. Толстый. Табуретка. У. Ухо. Улитка. Улыбка. Ф. Ф. Финик. Фокус. Фартук. Х. Х. Хурма. Хомяк. Хохот. Ц. Ц. Цирк. Цилиндр. Цыпленок. Ч. Ч. Черный. Чемодан. Чеснок. Ш. Ш. Швабра. Швабра. Шуба. Шорты. Ще. Щ. Щенок. Щетка. Щепка. Твердый знак. This letter is used only in the middle of a word to make a hard consonant.
въезд, въезд, подъезд, подъезд, съемка. Ы. In the Russian language, there are no words that begin with the letter Ы. This is used only in the middle of a word. Мышь. Высота. Лыжа. Мягкий знак. This letter, as well as твердый знак, is used in the middle or end of a word to make a soft consonant. Тьма. Вьюга. Моль. Экватор. Экзамен. Эхо. Ю. Юла. Юбка. Юный. Я. Я. Яблоко. Ягода. Якорь. That is all for today. Learn the alphabet. See you in the next lesson. My name is Ellen. Ciao.